Снег, снег, снег на крыше. Снег, снег. Друзья, всем привет. Сегодня у нас снова ночью выпал небольшое количество осадков, снега. Маленький трактор. Под носом простуда, так она у меня еще и не прошла. Трактор я не стал вчера угонять в гараж. Оставил дома, потому что надо сегодня снова заводить, подвести дрова. Подвести дрова. Так. Подвести дрова на маленькой тележке. На одноосной надо подвести дрова. Так что за работу. Потерял. Так. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это вам. Это что? Это посылочка вам пришла от Китая. Да. Китая мне посылка. Привет всем. Пользуйтесь услугой почтамта. Да. Все? Спасибо большое. Что там? Пойдем распаковывать. Тут распакуем. У меня для этих случаев в кармане всегда есть штука одна. Ножик. Да. Это мой ножик. Личный. Давай, открывай. Никто не подходите ко не мне. Не томи. А что там вам пришло-то? Ну, чего выписывал? Сейчас глянем.
совсем мало. Ух ты, что это такое? Это наушники пришли. От которых я отказывалась, однако. Это, я чувствую, что не часы. Наушники, точно. Это Zoom-а. Zoom-а наушники? Да, ни хрена как долго шли. Что-то они все лето шли. Да, которые беспроводные. Видишь, зарядка тут перемет. Открывай. Сейчас, руки-то замерзли. Одни, вторые. Что, приходит, придется подтверждать? Но. Ну да, я тогда выписывала. Да. Телефон включить, выключить, громкость, микрофон. Ну а это зарядка. Как телефона. Что оно стоило это? 300. 300 стоило. Итак, загрузили мы здесь. Я загрузил отсюда кучу, увез отсюда, тут. Осталась у нас куча с осиновыми дровами практически. Там чуть-чуть есть березовых. Сейчас все это дело буду грузить в маленький прицепик. Зима на носу. Вот так вот работать надо. Ладно, что не войдет, то сложу в поленницу, вот в эту. Дрова в деревне — немаловажный фактор, немаловажная валюта. Их всегда можно продать. Покупатели на дрова в деревне всегда найдутся. Газа-то у нас нет. Газ. Ладно, без газа проживем. Так что вот так работаем. Чего хреново сейчас будет работать? Это то, что дрова мокрые и руки быстро вымокнут. Но работать-то все равно надо. Сами по себе они в тракторную тележку дрова не запрыгнут.